Всем привет, друзья! Очередная посылка из Китая. Открываем. А здесь пришел у нас вот такой вот хоботочек. Еще сюда подключается к хоботочку какая-то помпа, насосик. И вот отсюда по нему течет вода и льется. Пожалуйста. Внутри никакого шланга, я так понял, нет. Это плохо. Сюда надо будет ставить шланг обязательно. Небольшой, потому что вся эта история уже проверена. У китайца протекает. Просто так она у вас работать не будет. То есть вставляете шланг вот сюда вот. Небольшой. Ну а дальше изгибаете как хотите. И все это будет работать. Понадобится она вам... Вот как и мне, если вы захотели установить на станок систему СОЖ. Вот, пожалуйста, где-то там она у вас стоит. Вот на вот этой штуке, да? На столе на поворотном. Ну, где-то вы ее там прикрутили. И поливает ваши детали. Здесь 30 сантиметров я заказывал. Все, всем спасибо, всем пока. Ссылка в описании.